4 дня работы в режиме реального времени. В Ульяновске готовится к открытию ситуационный центр штаба общественной поддержки. На его базе команда волонтеров, представителей СМИ и общественников займется мониторингом социальных сетей и средств массовой информации. Все данные с избирательных участков будут поступать в режиме онлайн, а обратиться за уточнениями о ходе голосования смогут все жители области. Главная задача, если мы говорим про избирательные участки, это выстроить правильную логистику людей, информировать их о том, какие голосования дополнительно проходят. Это формирование комфортной городской среды, это викторина, про которую вы уже знаете, я думаю, большая часть наших жителей. Наша главная задача – это проведение честных и свободных выборов главы нашего государства, предотвращение каких-либо провокаций, а также фиксирование фейковой информации и такого подобного рода деятельности. Поддерживать ежедневную работу центра посменно будут около 300 волонтеров. Каждый из них прошел специальную подготовку и получил памятку о правилах проведения голосования. Та организация работы в ситуационном центре, которая налажена, она позволит нам в оперативном порядке отслеживать всю событийность, которая будет проходить на выборах президента Российской Федерации в Ульяновской области. Мы сегодня выбираем свое будущее, и мы неравнодушные жители должны на это среагировать. Все должно пройти правильно, без нарушений, в соответствии с Конституцией, в соответствии с основными законами нашего государства. Антон Кузьмин, Павел Асланиди, репортер 73.